Я даже не знаю, какую лучше массовую использовать. Ух, я даже не знаю, давай, первую. Мощную, нет, мощную используем. Мощную используем, хорошо, да, мощная атака, я, может, сейчас как дадим им жару, а, возможно, с одного удара даже. Бабах! О-хо-хо! Ребята, надоедливые кренги, которые всю жизнь нам портили всегда, легли с первого раза, и это просто имба! Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал. Нажми на колокольчик, поставь галочку, сохрани и будь первым. Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Детол, и мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Да, ребята, у нас Черепашки-ниндзя, новое пасхальное обновление, с вами команда Детол. Ну что ж, сегодня мы сыграем за наших новых пасхальных героев против всех боссов, ребята. Да, мы сейчас выберем, значит, кроликов, они у нас уже стоят, да? И возьмем еще Бибопа и Рокстеди кролика. Вот они, наши герои, ребята, новенькие, свеженькие, если, кстати говоря, хотите их себе в коллекцию, пишите нашему подписчику. Если у вас мало мутагена, пишите нашему подписчику. Ссылочка будет в описании к этому видео, уточняйте у него условия, и он вам обязательно поможет. Ну что же, пока ты рассказывал про нашего хорошего подписчика, кролики успели нанести массовую атаку, и мы уже отправляемся к Големчику. Конечно, надо было, кстати, кроликов поставить между Бибопом и Рокстеди. А вот как, вот понимаешь, вот ты думаешь... В следующем видео надо поставить... Да нет, это не влияет, мне кажется. А вот мы попробуем, ребята. Ну что ж, наш испытуемый лавовый Големчик. И сейчас ему кто-то задамажит точно конкретно. И это будет наш Бибоп. Хо-хо, морковка. Морковочку заряжаем. И бабах! 8400. Ребята, кстати говоря, они прям мощными атаками бьют практически все одинаково. Где-то примерно 8500. Да, они вот все так мощные, у них есть все массовые мощные атаки, у них есть возможность подлечиться. Ну, я не знаю, мне кажется, они, в принципе, спокойно смогут, конечно, пройти последнего босса. Посмотрим, до с какого момента они справятся. А сейчас мы их поменяем местами, чтобы они красиво стояли, прям, чтобы... Ты думаешь, вот если мы поставим... Может быть, не знаю, но они как-то, видишь, они же в таком порядке сейчас шли. Нет. Да. Ну, давай попробуем так. Давай, значит, вот он наш кролл. И кроликов. И кролики последний у нас. Отлично, вот так вот. Ну-ка, смотрим. И нет. Конечно, нет. Конечно, нет, это не влияет. Ну и ладно. Видимо, скорость атаки влияет или что-то еще. Видишь, они справа стоят, может, атакуют быстрее. Хо-хоу, ну что ж, массовая атака, ребята, от кроликов, отлично. Красавцы, и уже на второй волне, так быстро. Да, ребята, сыграй, пишите в комментариях, смогут они победить-то последнего босса нашего. Да, дойдут ли они до седьмой главы вообще? Кажется, да. Втроем это тяжело сделать. Ну, слушай, почему втроем до седьмой главы? Ну, ты думаешь, они големов не победят? Нет, до седьмой. А, Ирма же еще, конечно. Ты что, как же туда еще дойти? О-о-о-о. Согласен. Да, ребят, пишите, до какой главы мы сможем дойти. Нам вот интересно прям, сможете ли вы предугадать это или нет. Конечно, ребятки, это очень интересно. Ну что ж, Крэнги из коробок вылез, и тут ему хо-хоу, Бибоп. Ботиночки! А, Рокстеди, ботиночками. Да. Бам-бам-бам-бам! Падает! И рогом своим протыкает просто насквозь ноги нашего Кренга. Сносит его шип с ног. С ног снес шип. Шип с ног. Шипснок, слушай, это прям какое-то название нового персонажа. Шипснок, вы знаете, что новый перс вышел в черепашках? Шипснок. Так, ну что же, Шреддер, идем к нему, и здесь Шреддик, ждали мы классического Шреддера, ждали, ребята, мы классический Бибопа и Рокстеди, но дали нам кроликов, а я думаю, что следующие как раз они и будут, да? Слушай, ну непонятно, на самом деле непонятно, потому что на Фейсбуке промелькали картиночки уже из пятого сезона персонажей. О, да ладно! Ничего да, себе, да, есть, ребята! Такое дело. Скоро, значит, будет еще одно обновление. Черепашки не могут нас не радовать. Конечно, и мы обязательно снимем все обзоры на всех новых героев и все вам покажем, расскажем. Ну отлично. Что же, вернемся в бой все-таки. Да, ребята, как раз подошли мы к Шреддеру нашему. Ну что, Шреддик, привет. Привет тебе, зайцы пожаловали, зайцы-кролики. Да? Я думал, он в шоке, он, да, ребята, что вы делаете? Вы опять нарядились в костюмы на Хэллоуин? Откуда вы такие? Дайте мне. Слушай, используем наши покатушечки. Эх, колесико полетело, покрутилось и бам, разнесло Шреддера просто. Я думаю, что Шреддер просто очень хотел с нами, да? На веселье на какой-нибудь. Согласен, пасхальное. Да, смотри, наверное, как они хотел. Все прыгают.
попасть к нам, но, к сожалению, не попал. Да, к сожалению, попал в другое измерение, стал клэш-роялевским и пошел брать башни. Брать башни, атаковать. Это точно. Так, ну что же, Гриб, ты следующий, мы вызываем тебя на бой. Грибочек сегодня прям, ребята, отхватит по полной, 100% обещаем вам. Так, и кто у нас? Маузеры, да, такой вот красавцы, маузеры, наши маузеры. Кролики. Робота собираются, они классно топают ножкой, да? Да, анимация типа... просто превосходнейшая. Да, разработчикам большое спасибо, очень огромный плюс. Они молодцы, хоть постарались. Это да. И теперь наши грибочки и грибочки. Жалко, вот Биба второй такой. Тут есть Брок, кстати, бы сразу атаковал своей водной пушечкой. Было бы гораздо атакой, да? Лучше, да. Было бы гораздо быстрее. Но видишь, скорость атаки все-таки у него послабее, видимо. Есть такое дело, есть, да. Да. Хотя вот они вот у нас на одном уровне, максимум прокачаны. Но как-то так, вот так. Да, ребятки, вот он наш одноглазый гриб, здоровый переросток. Ну, сейчас мы ему поддадим жару, а? Колесико в бой. Колесо, колесо. Крутим и колесо. Колесико. Слушай, кролики у нас сегодня прям выступают на бис в конце, 9159. Да ладно, вот это да, вот это дамаг. Прям каждый раз кролики у нас выносят боссов, да? Да. Ну что ж, у нас, ребята, очень быстро мы подошли к братьям Големчика. Да, действительно, прям практически моментально мы уже оказались на братьях. И я думаю, на них-то мы тоже долго не задержимся. Конечно, ребятки, конечно. Разнесем в пух и прах все волны всех боссов и отправимся уже туда, где посложнее. Так, мы прекрасно знаем, что кролики наши спокойно справляются вот с этой волной прям с одного удара. Да, ребятки, поэтому бьем и отправляемся на вторую волну. Так, ну а здесь, я думаю, порешает уже Роксади, потому что Бибоп точная атака будет. Конечно, конечно. Ну-ка, бам-бам. Пузана нет. Слушай, а массовая атака бы нам пригодилась, конечно. Но... Слушай, нас их там трое будет. Какая... Да ладно, слушай. Опа, ты смотри. Это что за беспредел? Неожиданный поворот. Массовая атака не сработала. Окончательно, да? Да, но все равно, тем не менее, мы их спокойно сейчас добьем. Вот так вот, ребятки. Ну-ка. Оп-оп. Баба. Хорошо. И вот они, наши големчики. Г-г-големчики. Г-г-големчики, потому что их двое г-г-големчиков. Гранитный и лавовый. Два здоровичка. Из параллельного измерения, да? Из измерения... На букву Х. Из измерения X, ребята. Это ну что ж. Поехали в бой. И сейчас кто у нас будет опять крольчата атаковать? Кто мне кажется, атаковал? Да, должна быть крольчата. Крольчата, сейчас. Да? Опа! Слушай, а может это все-таки вот эта массовая атака? Не знаю, почему-то кто-то из подписчиков писал, что у них массовая атака. Да нет, не атака. Массовая, точная. О! Массовая! Да ладно! Реально массовая! Слушай, представляешь, мы в прошлый раз не смогли это понять, да, вот. Слушай, а мы атаковали же ей, да? Да. Или она последняя была? Он просто был последним, и поэтому мы не смогли этого понять. Ай, ребята, мы сделали обзор на кроликов, и оказывается, не увидели, что эта атака массовая. А причем она еще повышает, у каждого класса, понижает, вернее, его классовую способность. Вот это да, ребята, вот это кролики, ай да молодцы. Ну что ж, ребятки, мы теперь отправляемся в гости к Ирме. Ох, ребята, посмотрим, насколько мощно мы задамажим Ирме. Ну что ж, у нас здесь, кстати говоря, вот эти вот кренги. Их надо бы сейчас массовой атакой прям выпороть всех. Я даже не знаю, какую лучше массовую использовать. Ух, я даже не знаю. Давай, давай мощную. Нет, мощную. Ой, мощную использую. Хорошо, да, мощная атака. Может, сейчас как дадим им жару, а? Возможно, сразу с одного удара даже. Бабах! О-хо-хо! Ребята! Надоедливые кренги, которые всю жизнь нам портили всегда, легли с первого раза, и это просто имба! Это да, это нереально круто. Так, ну что же. И теперь у нас Роксади использует, я думаю, вот эти вот пасхальные сюрпризы яйца. Конечно, яичками закидываем их. Брам! Неплохо, неплохо. А у нас есть еще одна массовая атака. Конечно, и мы колесо ее используем. Колесо, колесо. Колесо не массовое. Елки-палки, я не то нажал. Да ладно. Не то нажал, ребятушки. Елки-палки. Случайно, случайно, случайно. Ну ладно, сори, сори. Я думаю, все меня простят. Да, конечно. Да ничего страшного, все равно мы здесь победим всех, пух и прах разобьем. Слушай, нам бы колесо сейчас понадобилось. Да, вот я тоже, знаешь, я уже понял, что косяк был серьезный.
Серьезный, ребят, косяк, но я думаю, что у Ирмы нету никаких шансов вообще. Ноль шансов. Да слушай, они втроем дошли без единой царапины. Конечно, практически. Конечно, ты что, эту волну просто на изи. Я не удивлюсь, если они вообще Кренга победят верховного. Это будет реально круто. Конечно, ребята, смотрим. Обязательно смотрите до конца, обязательно посмотрим. Пишите в комментариях, что будет, победят ли они или нет. Это ж очень интересно. Итак, мы используем наш мощный удар от Рокстеди, разгончик. Ой, Рокстеди, прикинь, с первого раза бахнет ее. Не, ну не с первого, ты что, 5, с первого 5, раза, 10, это да, было бы слишком круто. Ирма все-таки уже помощнее, ребят, давно мы ее не видели, привет, Ирма. И пока, Ирма. Пока, Ирма, ракетная базука летит. А нет, ты смотри, кроликам все-таки дадут шанс. Массовая, представляешь, массовая атака. Да ну, ничего страшного. Совсем ничего страшного, один удар остался от кроликов, был бы хороший удар, если бы это было колесо, да? Но, тем не менее, будет вот такой вот луч. Луч, ём! Ах, да ладно. А почему, кстати, не сработал баф, да? По идее, у нее должна была какая-то способность... Бам-бам, ха-ха! Понизить ее. Да, ребята, но тем не менее мы победили, это хорошо. Ну слушай, мы не до конца еще изучили кроликов, поэтому мы снимаем еще и еще видео по ним, и будем играть за них еще много и много раз. Поэтому, ребятки, отправляемся в самую вообще сложную, решающую главу, где обычно побеждают только 5 персонажей, если идут в бой. В самое пекло, в самое пекло. Самое пекло, ребята, последняя глава. Ну что ж, посмотрим, справятся они или нет. Ребята, пишите в комментариях. Просто напряженный момент, такая борьба. Так, ну что ж, я даже не знаю, как... Да массовыми атаками шарашим по полной. Хорошо! Давай бахнем их вообще. Ну-ка, смотрим. Ручки присоединили, мощь. Ну-ка! Да ладно! Ребята, что за массовая атака такая? Это какая-то прям бомба атомная. Это зверство какое-то. Вообще. Уничтожение. Когда мы вообще их уничтожали всех вместе? Такого не я было. Я не знаю. О, контратака еще у Рокстеди появилась. Ничего себе! Так, еще бы кролики бы себе уклонение повесили. Да, и... думаю, повесят. И тогда было бы полный сюрпрайз. Сюрприз, для... ребята, прям очень большой. Я думаю, что верховный Крэнк нас ждет. Так, двойная атака появилась. Отлично. И на вторую волну уже переносимся. А у нас здесь есть массовые атаки, ребята. Так что я думаю, мы сейчас разнесем их еще хлеще. Кто первый будет? Так, ну ладно, не очень хорошо, что это... Да, но массовая атака же... А, нету, да? У него нет. У Билпа нет массовых атак. К сожалению, он единственный, кто из них без массовой атаки. Ай-яй-яй, и нас начали... А, все, отлично, ребята, массовая атака. И луч! Луч света! Ну-ка, бам! Прекрасно, смотри. Какой атаку взрыв. Меткой скорость понизил. Да, а вот этих двух не понизил. Ну, ничего страшного. Бам-бам! Так, меткость понизили. Вот это очень плохие дебафы, ребята. Здесь надо было прям конкретно их дамажить. Ну, слушай, вот как получилось, так получилось. Мы ничего не могли поделать особо. У нас хила нету. Плохо, как, плохо, что значит плохо. Хила у нас нету? Что здесь ты такое нас... говоришь? А, точно, у нас же есть хил, ребята. Вот это команда мечты. Dream Team, пасхальное давление. Ребята, команда Detol, ставьте лайки. И мы используем как раз лечимся. Вот же наш попкорн, точно. Вот и все. О, вот и все. Засыпались конфетами. Так, и... давайте, нужно попадание. Кролики. Мы вот, да. Отлично, красавцы. Заели одного. Давай еще кого-нибудь заедим. Давай массовую добьем, чтобы они дебаф да, повесили. Согласен, давай поехали. Попробуем. Поехали, ребята, кидаем яйцами. Яички. Красавец Рокстеди. Вы представляете, они втроем сейчас, возможно, победят верховного Кренга. Ребята, это просто мега эпично и круто. Фух, посмотрим. Так, они что-то добежали, зависли такие и в ожидании. Где же наш Крэнк? Смотри, что с нашими кроликами? Какая-то клякса на них. Что с ними? Они в слизи? В слизи, у них меткость понижена. Ну как так? Двойную атаку, ладно, используем. Да, ну конечно, но нельзя использовать сейчас мощность. О, меткость пропала, хорошо. Давай ракетницу. Морковку. Морковную ракетницу. Вот, 7000 дамага! Это, да ладно! Это очень круто! Ой-ой-ой, тихо-тихо! Мощно, надо бы его за пару ходов еще бы надамажить, да? Да, контратака. А, еще атакует! Тяжело! Давай колесо крутим! Колесо! Давайте наши кролики-маузеры, ну! 4300! 4 всего лишь тысячи, так и... Башмаки! Ребята, разгон, падение! Атака. Ну-ка, скрестили. Боулинг 4500. Чуть-чуть осталось, и он сейчас мы потеряем. Би-ба-па.
Я думаю, нет, почему? Нет, не потеряли. Ну-ка, давай, Бибов, нанеси решающий удар. Водяной пистолет и победа! Ребята, это мега круто. Мега крутое видео. Просто супер. Великолепно. Вот это команда, вот это обновление. Ребята, это просто атас. Очень круто, ребятки, очень круто. Обязательно поставьте лайк, ребятки. Обязательно подпишитесь, если не подписаны. Если хотите ресурсы, пишите нашему подписчику. А с вами была команда Detol. До скорых встреч в новых видео. Всем спасибо, ребята. Пока. Пока.